Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. И сегодняшнее видео совершенно без вложений для любителей криптомонет Tron Faucet. Криптомонета Tron. Так, значит, регистрация здесь очень простая. Пишем username. Вот здесь показано, что нужно и заглавные буквы, и маленькие, и цифры, что присутствовали в логине, username. Далее прописываем email действующий, так как на почту придет письмо, нужно будет подтвердить электронную почту. Прописываем два раза пароль, капчу вставляем. Здесь можно выбрать, какая вам капча надо, рекапча или solve medio, ну, буквенная. Так, разгадываем капчу. Нажимаем регистр. И попадаем мы в кабинет. И вот здесь вот такой вот наш кабинет. И раз в 240 минут мы заходим и собираем монеты. Минималки на вывод нет. Кран платит. На данный момент у меня, я уже поздно вечером вчера собирала монетку. 0.01 монета у меня. И вот здесь ниже статистика. 240 минут, друзья, это 4 часа. Раз в 4 часа заходим и собираем. Разгадываем капчу. Так, что у нас здесь? Да, наверное, светофоры, будем надеяться, что правильно. Ага. Нажимаю claim. И мне вот такую сумму дали. 0.01. Ну, вот здесь как бы все одинаково, как бы по шаблону идут монеты эти. Сейчас страничку я перезагружу. Появляется такой, нажимаем просто на крестик. И, пожалуйста, вот мой логин. И я вот получила вот сумма моя. Здесь живая статистика идет. Вывод приходит в районе... Я вчера собрала, и мне, ну, где-то в районе 1 минуты. Даже меньше, чем 1 минута пришел вывод. Сейчас я поставлю монеты свои на вывод. Вывод идет у нас на Faucet Hub. Нажимаю Windrav. И вот эту сумму я сейчас ее поставлю на вывод. Так, Windrav. Так, Windrav. Копирую вот эту сумму. Копировать. Минимум на вывод, как я сказала, минималки нет. 1 монетка. Видите, вот тут вот столько нулей показано. Так, сюда. Ага, вот сюда можно на красненькую нажать. Смотрите, значит, вывести все. Сейчас сумма должна подставиться. Вот, вот эта сумма моя вся подставилась, видите? Теперь адрес. Адрес я беру, он у меня привязан к Faucet Hub в кошельке. У меня расширение. Ага. Сейчас я поставлю на паузу и авторизуюсь в кошельке. Я скопировала адрес. Вставляю сюда адрес. Я его привязала. Вот у меня расширение синенькое. Faucet Hub. Так. И вот метод вывода Windrav. У нас тут Faucet Hub один. Ага. Заметьте, берет комиссию 1.5%. Нажимаю плюс Windrav. Нажимаю ОК. И что нам тут написали? Переводим на русский. Ваш вывод был успешно записан. Был применен сбор в размере. Это комиссию взяли. Такой вот сумма. Все замечательно. Значит, давайте пройдемся по вкладочкам теперь. Ну, вот это Faucet. Сейчас поставлю на оригинал. Faucet — это наш кран. Теперь вот через 240 минут опять будет сбор. Баланс мой обнулился.
Такое окошко постоянно выскакивает. Здесь лотерея, здесь реферальная программа, находится партнерская ссылочка наша. Так, Faucet List. Это уже сами тут все посмотрите. Но WinDraft я вам показала. Это сеттинг. Как бы здесь наши данные, электронная почта и пароль. И здесь можно, если вас не устраивает при сборе на кране рекапча, можно поставить буквенную Solvi Medium. Потому что рекапча бывает тоже, знаете, с заморочками. Ну и здесь Faucet, как бы краны, игры, games, обменники, ПТС, майнинги. И вот это еще. Вот. Давайте перейдем на Faucet Hub. Я перезагружу страничку. Так, еще вывод не пришел. Вот трон. Я вчера собрала, вот вывела 0.02 монеты. Сейчас поставлю на паузу и подожду вывода. Ну, прошло где-то минута. Как видим, кран платит. Трон Faucet TRX. Вот такая сумма. Одна минута назад пришел на Faucet Hub. Теперь у меня сумма моя увеличилась. Стало 0.06 монет. Вот такой вот кран. Кому интересно, друзья, пользуйтесь. Как добавить адрес? Как я сказала, я устанавливала себе, у меня кошелек расширение. Я это все делала с YouTube канала, забивала видео и по видео устанавливала себе как бы кошелек. Там ничего сложного нет. Можете с биржи как бы добавить кошелек сюда. Значит, валет адрес нажимаете. И вот здесь ниже наши адреса кошельков. Здесь нажимаете вот на треугольничек и выбираете, какая вам монета нужна. Вот трон. Я скопировала адрес со своего кошелька, вписала вот в эту графу адрес и нажала на зеленую вкладочку. И он у меня как бы сохранился на Faucet Hub. Вот такой вот, как бы все просто и понятно. Ну, в принципе, на этом все. Вот здесь вот лотерея. Я сюда не лезу. Вот. Ну и через 4 часа я опять зайду и соберу монетку. Всем удачи, больших заработков. Кому интересно, пользуйтесь, собирайте монеты. До новых встреч!